Кира. Привет, подружки! Вы тоже вышли выгуливать своих питомцев? Приветик, девочки! А моего песика зовут Жожа. А мою песечку зовут Люся. Как-то смешно получается. У меня котик, и он больше, чем ваши песики. Да, что ты говоришь, Катя? Наши песики гораздо лучше, чем твой котик. Ах вы, кошки драные, вы что такое говорите про моего Масечку? Это самый лучший котик на свете. Мяу! Ох ты мой Масечка, да не переживай ты так, я не дам тебе в обиду. Какая обида, Катя, какая обида? Твоя кошка гораздо больше и сильнее, чем наши маленькие песики. Домой ты хороший, домой ты золотой. Фу, жалкое зрелище. Катя, ты что-то против наших песиков имеешь? Ну вы, подружки, конечно, странные такие. Назвали моего котика гигантом-переростком, тогда ваши песики мелкие недоростки. Ой, подлюська, по-моему, Сёля нас ливает. Да ну этих косячников и собачников постоянно ругаются за своих песиков и котиков. А, значит так, подружка, но в таком случае я с тобой больше дружить не буду. Нашла чем пугать, ну и не дружи, у меня мой Масечка есть, он заменит любую подружку и любого друга. Ну тогда уходи, здесь мы будем гулять со своими песиками, ты вообще-то после нас пришла. А с чего это я должна уходить? Это что, ваш личный парк, что ли? Хочу и гуляю. И вообще, вы мне не указ. Что-то мне страшно становится. Как разделются еще сейчас, разделются. Катя, а ты, пожалуйста, не борзей. Ты сама первая начала оскорблять наших песиков. Да вы что, девочки, сдурели что ли? Вы первые назвали моего Масечку гигантом. Ну и что здесь такого-то обидного? Это же и правда, у тебя очень большой котик. Ага-га-га. Ну тогда что обидного в том, что я сказала, что у вас песики недоростки? Они же и правда мелкие, не как настоящие грозные псы. Ну тогда тоже верно. Но для песиков это звучит оскорбительно, ежели для котиков. Ау, девчонки, что за ссора-то? Шум стоит, а драки нет. Чего не поделили-то? Ой, Бруно, иди куда шел, еще тебя здесь не хватало. Разберемся сами как-нибудь. Бруно, да эти девочки совсем обнаглели. Оскорбляют моего котичку Масю, называют его гигантом. А у самих-то мелкие песики, завидуют что ли? Девчонки, да я не понимаю, гордиться же надо, что у тебя гигантский кот, а что у вас маленькие песики, и то хорошо. Вот я сейчас пойду и покажу вам настоящее животное, убойное, которым я точно горжусь. Ой-ой-ой, и что это он задумал? Ну что, девчонки, знакомьтесь, это мой грозный кот. Это что такое? Ужас какой-то! Да ты что, Бруно? Надурить нас что ли хочешь? Какое это животное? Это же какой-то робот! Ну, все верно, это робот-кот. Я вам сейчас продемонстрирую, как он работает. Он совсем не хуже, чем ваши настоящие живые питомцы. Ой, совсем забыл, он же по траве не может бегать. Нужна ровная поверхность. Сейчас что-нибудь придумаю. Готово! Теперь все внимание на моего котика! Ну что, съели? Я же вам говорил, что у меня грозный кот! Это действительно клевый кот-робот! Вот таких нужно заводить! Бруно, ну ты действительно прав! Любое животное прекрасно! Не понимаю, девочки, чего это мы? Вот я о том и говорю, что здесь нечего ссориться. И котики, и песики, и робокота-песики. Все прекрасны. А и вправду, спасибо тебе, Бруно, что нас разумил. Пойдемте уже гулять, девочки, а то стоим на одном месте. Ну конечно же пойдемте, а то наши любимые питомцы совсем утомились. То-то же, а то стоят и кричат на весь парк. Правда же, котик?
Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.